Каргопольская центральная библиотека представила на конкурс проект под названием «Библиотека и семья. Время чтения и общения». Он направлен на возрождение семейного чтения, привлечение детей в библиотеку и, конечно, работу с родителями, чтобы именно от них ребята перенимали любовь к книге. Работа в этом направлении ведется всеми возможными методами. Например, раз в месяц здесь собирается клуб «Ладошки», в котором родители и библиотекари разговаривают о чтении и воспитании, а дети мастерят поделки. Его частый гость и вчерашний первоклассник Рома Шабанов, который, несмотря на юный возраст, уже успел полюбить храм книг. Я выбираю книжки, читаю их. И у бабушки, и у мамы там читаю их. Потому что мне нравится читать. Можно слов больше быстро читать. Среди мероприятий в рамках проекта также проходят викторины, конкурсы, беседы и выставки. Работа у нас рассчитана не на один год, поэтому работа-то разнообразная. И нельзя сказать, что это не какие-то большие, такие массовые, крупные мероприятия. Вообще работа с детьми и семьей, она работа повседневная, ежедневная, и часто, может быть, она незаметная для окружающих. Это, начнем с того, что это просто беседы с родителями, детьми на абонементе. В библиотеке считают, что с детьми просто необходимо разговаривать о книгах. Позитивным примером, где эта работа налажена и дает свои плоды, является семья Вагановых. Маленький Саша время от времени обсуждает с родителями сказочных героев и их поступки. Особенно ему запомнился разговор о медведе из теремка, из-за которого сразу несколько животных лишились крова. Он пришел, медведь и все сломал. Он сел, потому что на крышу, и сломал домик, и все разбежались. В последнее время работники библиотеки отмечают пару интересных тенденций. Родители, особенно молодые, они приходят вместе с детьми, интересуются чтением детей, интересуются, как приучить ребенка к чтению, как выбрать лучшую, наиболее доступную ребенку литературу. Есть такая даже вот тенденция, наблюдается, что больше приходит пап. Вот мне кажется, такая тенденция у нас тоже есть. Это очень приятно всегда видеть папу с ребенком в библиотеке. В планах у библиотеки продолжать работу в заданном направлении, а осенью собрать в одном месте читающие семьи со всего района. Валерия Мельникова, Глеб Печерский, информационное агентство «Курган.ру».